Всем привет! Сейчас покажу одно видео, похохочете. Ну, кто в теме. Вчера ходил в больничку, и там один сторож такую бучу поднял. Просто труба. Он меня хватал, не пускал. В общем, смотрите. Я не успел записать, когда он меня хватал. Я уже позже выхватил камеру через несколько секунд. Приятного просмотра. Часов. Я тебя спрашиваю, я еще. Я должен записать вас, кто сюда заходит, ты понимаешь? Нет, не должен. Меня уже записали. Да куда тебя записали? Вот сюда. Спроси, до 10 часов записали. Можно вспомнить? Ну, ее кого надо. Товарищи, заходим. Я имею право записывать. Да, идите, как вы скажите, давай. Ничего ты не имеешь права никакого. Вы заходите куда? В больницу? И что? Ты не имеешь права записать. Ну, и в магазин тоже буду записываться. Да и все записываются. А в магазин заходить тоже записываться? А? В магазин заходить тоже записываться? Почему тут магазин или это же больница? Потому что это больница. Общественное место. Записываю его. Ну, а о чем быть? Не надо мне записывать. Я записан уже. На какую процедуру? На 10 часов. Ну, в журнале не записал. А он говорит, нет. Ну, я что могу сказать? Ну как это не может? Да не имеешь ты, батя, права ничего делать. Он вас пропускает в здание, в котором сидит охранник. Вы должны ему предоставить фамилию, имя, отчество. Не должен я ему Он вас ничего. Должен записать. Нет. Вы не должны ему документы отдать. Назови. Вы должны просто сказать фамилию, имя, отчество. Для какой это цели? Стационар. Здесь лежат пациенты. Понимаете? Вот я понимаю. Может, вы какой-нибудь террорист. Понимаете? Да? Да. Я вам по-другому скажу. Назовите мне норму права, где я да должен... Какое право? Что ты мне голову заморочишь? Закон. Норму права по закону. Ты слушай, вы ты хотите вот... документы, чтобы мы вам сейчас нашли документы, предоставили, будете сидеть читать их? Или буду... вы просто скажете свою фамилию, отчество, и вас запишут в журнал, да что нет. Вы были в стационаре? Я у вас записался уже. То, что вы у нас записаны, вы записаны на процедуру. Так. То, что вы зашли в здание на стационара, стационар, вы просто, что здесь вы были, а не какой-то Иванов Петров Сидоров. А зачем я буду Потому это что, говорить? Когда случится, с него спросят, вы пропустили человека без фамилии, имя и отчества. Нет понимаете? Такого закона. Он документ у вас же не забирали. Он не имеет права с меня даже фамилию Короче, спрашивать. Короче, не запускай его, вообще, пускай сидит. Пусть сидит. Ваша фамилия такой. Батраков. А? Батраков. Я отдал. Пусть Мне сидит. Мне надо записать вас, чтобы сюда пошли. Батраков. Все понял. А ты будешь сидеть до вечера? Да, конечно. Я сказал, что здесь такого криминального. Да не имеет он права никого у меня записывать никуда. Не имеет права. Кто он такой, чтобы я ему что-то говорил? Кто он такой? Сторож? Вы что, смеетесь, что ли? По больницам каждый день хожу, никто нигде ничего не записывает. А здесь свои хотелки устроили. Это мои персональные данные. Я не имею права их передавать третьим лицам. Ну вот.